Всем привет, дорогие друзья, с вами Дредито, голодные игры круче Агарио. Что ж, мы с вами заняли... в общем, мне не сказали, какое место я занял, но, в общем, я попал в топ-20. Последний раз мы были на третьем месте на стриме. Хорошо. На втором канале можете посмотреть скоро, я выложу. Давайте откроем сундук сначала. Так, блистательно. Это все, что мы выиграли. Так, ну неплохо. Пришлось постараться, чтобы занять третье место, ребятки. А последний раз, когда я уходил со стрима, у нас было третье место. Так, я потратил, наверное, свыше 500 алмазов, свыше 4000 монеток. В общем, зато мы получили эту награду. Давайте соберем. Большой школьный портфель выиграли. И пионерский галстук. Это круто. Так. Давай больше ранцев, получу больше сундуков. И насколько мне дадут, интересно, этот галстук. Так, надето. Активно до 5.09. Печально. Конечно, печально. Хотелось подольше с ним поиграть. Блин, а где мой галстук? Так, как тебе надевать-то? Ну, вроде как надето. Так, могу тебя надеть. Могу надеть тебя вот так. Да, вот, отлично, ребятки. Фух, ну что ж, я думаю, видео заслуживает палец вверх, потому что мне пришлось нелегко. Сильно разорились, но все-таки получили наш галстук заветный. Давайте выберем буст и поиграем уже на основном сервере. Сегодня вечером еще немножко поиграем. Так, давайте возьмем пиццу, отпразднуем. Пиццу возьмем, значит. Так, ну давайте залп. Залп возьмем. Да, вот так будет блистательно. Идем на сервер. Кстати, тут проигрывать стали. По-моему, изначально мы выигрывали, а сейчас стали проигрывать. Сервер. Как мало серверов еще, потому что утро ранее. Я скоро на работу идти, а я снимаю. Вау. Давайте попробуем. Ух ты, нифига себе, поскольку они отлетали. Также есть молоточки, когда будет кого-то много. Так, круто. Лаги бесят. Так, кнопочка Е у меня есть. Дополнительная пицца. Целых три пиццы, нифига себе. Так, давайте поможем. Отлично, отлично. Так, красотка. Ух ты, нифига себе. Так, давайте нажмем на Г. Обалдеть, круто. Светлана, правда, съела нас. Ну, прикольно. Так, продолжаем играть там же. Так, кнопочка Е. Злодей есть тут какой-то. Злодей, значит, надо... Злодеев, наверное, надо есть. Так, отлично. Так, ладно, у тебя...
Так, блистательно. Пицца у меня еще есть. Мафия. Так, классно. Вот он, злодей наш. Железный. У него брокколи. Ну-ка, знаете, что можно сделать? Ух ты, нифига себе сколько. По 7 молоточков, наверное. Так, а мне помогают. Классно. Есть кнопочка, ну-ка, уменьшатель. Давайте проверим. А у меня не прибавляется, по-моему. Так, классно. Есть кнопка F. Ух ты, нифига себе. Так, уменьшайся. Так, замечательно. Дэдшот. Дэдшот здесь. Так, отлично. Без клана. Массакра без клана у нас. Зохан. Так, ребятки, узнают. Блин, привет. Мест нет, но я думаю, ребятки догадываются, что места у меня нету. Если бы можно было дальше расширять клан, я бы, конечно, продолжил это делать. Зохан. Поскольку, смотрите, вылетает, вот я жму на кнопку F. Давайте посчитаем, на паузе можно нажать. 3, 4, 5, 6, по 6. Я думал, по 7, по 6, значит. Ну, классно. Так, отлично, нахавались. Массакра. Блистательно. Ребятки, мало говорю, потому что недавно проснулся, скоро идти на работу. Вот, но все-таки решил снять серию. Сегодня вечером тоже снимем обязательно. А почему на колючко я не могу напороться? Отлично, отлично. Неплохо тянемся. Давайте попробуем кнопочка F. Ух ты, сразу несколько замораживает. Также на G. Так, ну ладно, слились. 14 скушали, скоро 115 уровень. Так, надо что-нибудь взять. Бомба, у нас еще есть бомба. Давайте возьмем бомбу. Так, ну бомба это будет блистательно. Он, наверное, не ожидал такого расклада.
А, ну бомбу надо на большом использовать. На ком-нибудь. Ну, сложно занять топ-20. Я вам скажу, нелегко. Зонакс что-то отдыхает. Может, он вышел? Немер. Немер, пишет Тим. Я пока что его не вижу. Так, воин, это я. Ну-ка, а если... Давайте бомбу попробуем. Ух ты, классно. Дэдшот. Так, скормил. Так, отлично, не буду тебя есть. Так, кусочек давайте возьмем. Ну как, кнопочка F. Так забавно. Пока убить меня никто не хочет. О, первый попался. Бомба, бомба. Так, классно. Так, сейчас попробуем. Трафик. Используем щит. У меня еще есть уменьшастер. Сок смерти. На ком бы использовать уменьшастер? Пока не на ком. О, вот. Кто это? Так, у меня еще есть уменьшастер. Так, классно. Ну, немножко массу отнял, все равно. Просто я хочу вам показать. Так, у меня есть еще дротики. Дротики нам помогут. Только если дротики, нам надо, наверное... Наверное, стрелять в них будет. Давайте вот так попробуем. Ух ты. Съел меня промастер. Хотя я мог самого сесть. Так, кто такие большие тут? Александр, вас. Ладно. Эдуард. Давайте ускоримся. Отлично. Так, вон, я не знал, он с нами был или нет. Неймар, Неймер. Или Неймар. Просит Тим, но я его не вижу. Виталя. Oh, no.
И зайка у нас тут. Мафия, ни мара не вижу. Ах ты, блин, съели. Я даже не знаю, Тимона, не Тим будет. Так, ну ладно. Так, ну у меня быстро должны пройти негативные бонусы. Негативные бонусы, странно. Негативные бусты. Отлично. Так, продолжаем уменьшать их. Замечательно. Можно посмеяться, позлорадствовать. Так я думаю, мы догоним. Что-то я сомневаюсь, что он хочет. Тим? Давайте догоним уже. У меня еще кнопочка есть. Ну-ка. Извини, извини, друг. Надеюсь, поймешь. Так, ну что ж. О, спасибо. Так, неплохо. Как раз щиты никто не использует. Так, классно. Великолепно. Собираем массу. Так, приманка. Блин, сорян, ребятки. Давайте разбросаем крошки. Все, на этом можно будет закончить серию. Не забывайте ставить пальцы вверх, еще обязательно вернемся. Такая небольшая серия. Сейчас еще кое-что покажу. Как раз 115 уровень, круто. Так, во-первых, то, что рулетки, смотрите, у нас что в рулетке появилось. У нас появились бомбы, но сейчас их нету. Вот, также, смотрите, сколько монеток можно выиграть. Давайте разок крутанем. То есть 55 монеток, 55 всего лишь. Так, ну ладно. Так, то есть рулетка обновилась, новый там. Может действительно будут выпадать лазеры. Это круто, неплохой лазер. Так, ладно, с этим разобрались. Чем дают этот галстук? Смотрите, три пиццы, а потом один щит и два лазера. Это очень круто. Ну, жалко, всего лишь на один день мы слишком много потратили, чтобы его получить. Было бы классно, если бы он был навсегда. Но, к сожалению, нет. Ну что ж, ребятки, с вами был Дарит, и всем до скорого. Пока-пока.